Всем привет, ребят! Ну что, с Днем Святого Валентина! Всех влюбленных, кто любит, кто не любит, вас тоже с праздником! Че, у нас сегодня, как обычно, трешечок, и GG подогнала мне кристальный сундучок. Сейчас мы заберем плюшечки. Что тут у нас интересного пришло? Такое, два пакта восьмых эмблемки, два пакта таких феники. Ну, в общем, разнообразные плюшки. Чем мне нравится английский сервер, думаю, многим, кто сюда перешел, они тоже об этом не жалеют. Это то, что здесь куча всего интересного. Смотрите, есть пират на трату. Можно получить оттуда плюшки, есть такие вот плюшки отсюда, плюшки оттуда, плюшки. Ну, в общем, вот как-то так. Реально радует разнообразие сервер. Особенно, ну, это опять же для донатов, да, и для без донатов тут неплохо. Сегодня мы поиграем вот в такую вот акцию. Посмотрим, какие же шансы вытащить что-то интересное отсюда. Может, что-то интересное вытащим. Например, огника, который нам нафиг не нужен. Ну, посмотрим. Так, силушку потом я прокачаю. 1+1. Вот опять же здесь акция. Это очень часто. Так, Winterfest. Лофпарк. Закильдийские войны. Пошлите сердечко. Вот затрату, ребят. Можете сравнить. Затрату на яйца. Посмотрите, какие плюшки вы получаете. 480. За 10 самопотраченных 480 сумочек, 1680. А, все, 10 яиц, это так, 1680 легендарных, 100 штук, нифига себе. 3600, 100 питомцев, сумочек 4 уровня, феник 70 за 8, за 13 210 тысяч. За 18 тысяч 15, то есть вы тут покрываете полностью свои расходы фактически. То есть 25к вам возвращают. Вот так вот, ребят, даже больше вы получаете, на штуку больше. Вот это кайф. Ну, идем зайдем на русский ради интереса. Посмотрим, сразу же сравним, что дают нам на русском. Или дают вообще. Такс. Знаем редких героев. Рулетка удачи. Обожание. Обожание. Сет влюбленных. За дичь. Так, временные акции. Ой, блин, печаль, печаль. Так, сет влюбленных. Да уж. Так, знаем редких героев. Рулетка удачи. Ну-ка, давайте. Так, события. Разбиватель яиц. Сокровищница. Закрыто. Еще новогоднюю не поменяли. Ну, красавчики. Я могу сказать. В общем, вот как-то так. Можно было просто поставить яйца, пооткрывать. Так. Забираем. Что тут у нас? Сарделька, оборотень. Хорошо хоть не имба, а то опять бы... Там кричали, что все подкручено. Да, здесь, ребята, все подкручено. Просто пиздец. Ожог пятый. Можете меня поздравить. Еще один талантик на бездонате. Конечно, блин. Ну, я не знаю, кому его ставить. Тут у меня есть Асура и есть рогатка. Печально, печально. Так. Розалин тут так и не добавили. Ну вот это просто ужас. Выхожу отсюда. В общем, лепите лайкосики за пятый. Надо Роню тащить откуда-то. Не знаю откуда, но надо его тащить. Жалко ожог, конечно, сливать. Так, окей. Стал клэш. Поехали назад. Let's go. Поехали обратно. Так, забрали мы плюшки, давайте их пооткрываем сразу же. Потом пойдем оролить. Так. Вот такое себе. Это неинтересное. Сумочки.
Я потом опять накоплю, открою вам, покажу. Так, поехали. Пятые сундучки пооткрываем. Ну, смотрите, как ресурсики прибывают на этот нубский аккаунтик. Блин, ожог, ребят. Пятый ожог. На сардельке уже выпал. Офигеть. Надо Ронина срочно тащить. Так, что тут у нас еще такое интересное? Ну, ничего такого интересного нет. Окей. Ну, как видите, для бездоната, у кого есть 25к, можно нормально там затариться на акции, на трату яиц. Так, хорошо, с этим разобрались. Что у нас тут интересного есть? Можно такого прикупить. Карточки разные. Ну, тут у меня орденов немерено, поэтому я вот так вот их трачу. Вы скажете, зачем? Ну, так надо. Потому что некуда их девать, они скоро тоже в перелимит уйдут. Так, хоть какие-то ништячки докупим. Карты надо, кстати, обязательно скупать. Вот эти. Можно, кстати, эти скупать. Тоже интересно будет потом пооткрывать, думаю. Так, отлично. С этим мы разобрались. Поехали сюда. Тут вроде мы все акции такие просмотрели. А, тут не все. Smash & Win есть. Здесь куча акций сегодня подкрывалась. Смотрим. Смотрим. Так, призрачный. Prime Hero Card. И Малтаника. Нифига себе. Вот так вот. Покер Матчер. Императорская. Lucky Flipping. Поехали сюда, еще забежим, посмотрим, что здесь есть. Да, ребята, вот так вот. Сарделька просто эпически качается. Очень быстро качаться будет. Будем скоро проходить топовые локации. Я надеюсь. Надо еще там пару героев под надо запросить у IGG. Хотел сказать, вытащить. Запросить у IGG и будем трешевать. Так, киндюшка. Да, надо с крелем силу уже апать. Это я засиделся на 900к. Ну такое, с этой акции, честно говоря, такое себе падает. Поехали. Бум. Так. Тандер. Thunder One Thunder. Смотрите, четвертые сумочки падают. Это радует. По 100 кулачков тоже радует. Интересно, будет нечто больше. Так, ну, пропуска, пропуска. Будем фармить эту волну Аджай последнюю. Ну, что, не буду я ее фармить, манал я ее фармить пока что. Хотя можно, в принципе, пробовать. Я думаю, с моими героями надо просто единственное это забор поставить. Так. Ну, такое себе. Не знаю. Пробуем, пробуем словить. Некроса. Я думаю, печальненько, печальненько. Тут все равно ничего не поменяли они для нас, к сожалению. Хотя могли бы один день сделать там, чтобы падало там за 1000 самых. Ну, к сожалению, как видите. Так, ну что там у нас? Что-то медленно шкала заполняется. Как-то раньше, мне кажется, было побыстрее. Или это так кажется, я давно не играл. Так, не могу забрать. Видите, все-таки пират — это самая такая топовая акция на сегодня. Страты. Две карточки. Они здесь награды не меняют. Могли бы нормально уже какие-то награды дать. То, смотрите, вообще одни нижние падают. Печально.
Да, лучше бы мы в пирата сыграли. Было бы, думаю, веселей. Ну, два заходика как раз. Добиваем и смотрим, что там у нас интересного появилось. Ну, хотя, в принципе, ничего интересного. Не вытащили мы некроса, не вытащили мы овоща. Так, финишные 40. Отличненько, смотрим. Давайте ради интереса зайдем в пирата. Смотрите, за 1200 только чик. И раз, два, три. Смотрите, какие здесь награды. Сразу третья даже карта упала. Еще 1200. Вот посмотрите, сравните сразу плюшки. Еще одна карта, нифига себе. Че, они карт сюда накидали? Фига себе, вот это круто. Смотрите, Асура, блин, круто. Это однозначно лайк. Вот такой вот акции на трату. Супер, красавчики. Вот этим они радуют и балуют без донатов. Посмотрите, какие плюшки. Сколько мы там, 8 даже раз. Ну, за 12 тысяч. Три карты, ребят. Три карты за 12 тысяч. Эмблемка 8, блин. Ну, вот это реально топ. Сколько карт смены. Кулаков, ну, в общем, все сделано для людей, скажем так. Вот поэтому я здесь и играю. Хоть я и донат, я мог бы и на русском дальше трешивать, но нафиг. Вот так вот, там у нас есть мега сарделя. Так, идем посмотрим, что там у нас интересного понавыпадало. Надо будет подкопить третьи карты праймовские. Вот, смотрите, раз, два, еще. Ну, для бездоната вот такие плюшки, как я выбил за 12, это реально был бы топ. Я думаю, они тут и выбивают их. А, так, это у нас лутники остались. В общем, как-то так. Бехрылево. Нафиг такие руны. Только 8. Так, суки. В принципе, все, я вам так показал вкратце. То есть, как видите, там шансы хреновые. Играйте в пирата, и будет вам счастье, будут вам топовые плюшки и все остальное. Поэтому не тратьтесь, там вы ничего не вытащите интересного. А вот именно с пирата вы вытащите кучу разных шняг для того, чтобы прокачать свой аккаунт в топ. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Все дела, всем удачи, всем пока.